Вот прорастил зеленую гречку, которая стоит раз в два дороже, чем обычная, самая дешевая. Ну, условно говоря, как дорогая гречка, больше 100 рублей за килограмм. А как ее проращивать? На час замачиваешь водой, потом сливаешь. Говорят, нужно мыть, но я думаю, не обязательно, не знаю точно. Помыл на всякий случай. Потом она где-то сутки прорастает. Также еще не ел, не пробовал. Сейчас попробовал на вкус. Пока непонятно, но вроде неплохая. Также начал проращивать. Залил водой сегодня утром. Это соя. Обещают, что тоже прорастет в течение суток. Посмотрим. Также сегодня купил чечевицу. Стоит тоже в районе 100 рублей за килограмм, но еще не пробовал проращивать. По идее, это все полезнее, чем, например, та же гречка, но просто размоченная, не зеленая, или чем вареная еда. Будем изучать вопрос.